себя. Для тех, кому интересно, Renault Megane первая, он же Renault Megane Classic, он же, в принципе, по панелям Renault Scenic первый, 97, 99, 98 год. Я провожу скрытую проводку от видеорегистратора. Для этого мне потребовалось вообще ничего. Мне потребовалась вот эта вот отвертка только. И все. Соответственно, здесь мы видим, мы вешаем регистратор. Провод мы примерно рассчитываем вот так вот, смотря на стекло, чтобы он был где-то чуть правее. Сразу же вот здесь вот, от панели его задвигаем. Он здесь очень легко идет. Вот, дальше пришли сюда. Так, вот, к арке. Вот эту вот накладочку. Эту накладку снимать очень легко. Начиная с верхней части. Где-то вот здесь вот. Мы сначала отщелкиваем верхнюю часть. Дальше идем плавненько, отщелкиваем серединку, отщелкиваем нижнюю часть. Она у нас все. Она у нас остается в руках. Дальше провод. Вот он, провод. Вот этот вот. У нас идет провод регистратора. Вот здесь даже есть специальные пазы под провод. Он хорошо входит. Дальше здесь под обивку резиновый уплотнитель. Он мягкий. Мы под него туда просовываем. Вот. И здесь он уходит внутрь. Дальше в бардачке, в самом бардачке, о чудо, о браво, французы в кое-чем. Вот мы сняли вот такую крышечку здесь вот сбоку. Техническое, вот она была закрыта, техническое отверстие. Мы его открываем. Дальше снизу берем, просовываем руку и видим руку здесь. Таким образом снизу закидываем регистратор. И здесь вот достаем питание. Все. У нас питание в бардачке. Точно таким же путем мы в бардачок потом проведем от прикуривателя питание. Тройник сюда поставим. Все у нас будет здесь питаться. Все через это отверстие. Вот так вот все легко и просто. Сейчас поставим назад на защелках, также начиная снизу вверх. И все. Все, всем пока.